Привет, друг. Мы продолжаем проходить Marco the Ninja. И это четвертая часть. Смена курса. Ну, название миссии. Ваша цель скрывается в Есенской башне. Отвлеките охрану, прежде чем попасть внутрь. Брат. Так, и здесь мы могли бы купить. Но вообще я начинал только что записывать, но из-за небольших проблем мне пришлось прерваться. И я прокачал вот эту способность. И прислонитесь к двери. Нажмите ЛКМ, чтобы вытащить врага навстречу его смерти. Были еще варианты прокачать это. Это то же самое, только находясь сверху, нужно, ну, можно убить того, кто находится снизу, зависнув на потолке или на уступе. Это более быстрое открытие замков. Это вообще дополнительный хитпоинт. Это такое себе. Это взрывание на расстоянии шутихи, ну, этой хлопушки. А это ослепление. Это тоже, в принципе, не нужно. Но оно будет ослеплять врагов с инфракрасных очках. Ладно. Готово. Больше, в принципе, нечего. Я только вот это, наверное, прокачал бы на следующий. Ну, когда у меня появится еще две монетки минимум, тогда прокачаю еще это. Так, это возьмем из приманок. Я предпочитаю хлопушку. Буду ее все-таки хлопушкой называть. Готово. I traded a cargo of body armor, just to see how it would taste. So, how is it? A bit tight. My men in the field were waiting for that body armor. Half of them were cut to ribbons. So, this was more expensive than I thought. Look, we've got a problem. These ninjas... These peasants! They are no match for us. Maybe so, but they pack a punch. This one with the flashy tattoos. He's slipping past our lines. No drama. He's just one man. And he should only need one bullet. I want you to take care of him. Yes, sir. Ну, видимо, в этой серии мы его лично и прибьем. That's the tower. But it's under heavy guard. I have an idea. If we can set that building on fire, the blaze will draw every guard in the complex. You remember the story of Sawayama Castle, right? That may have been hundreds of years ago, but this really isn't that different. Нет, я не знаю историю Самаямы, как там его. Так, ну посмотрим, что здесь можно сделать. Look. Another equipment cache. Новая экипировка. Шипастая мина. Мина с шипами убьет наступившего на нее охранника. Я не могу слушать звук падения. Да, и они просто тогда спалят и не будут наступать, скорее всего. Но этого без проблем можно прибить. Так, это у нас да, он сейчас это было тупо, я хотел сюрикен кинуть. Да, это для того, чтобы отвлекать невнимание немножко. Ну блин, я потерял одну мину, но это не страшно. Просто хотел посмотреть, как это будет работать. Сейчас он повернется спиной. Что по заданиям? Запугать охранника, убив другого шипастой миной. Нифига себе. Открыть все газовые вентили. Убить двух охранников одной
люстрой. Он, я так понимаю, не будет поворачиваться спиной, да? Или будет? Возможно, не будет. То есть это надо как-то по-другому сделать. Он в любом случае голуби агрится. Так что посмотрим, что может сделать с этой стороны. И с этой стороны ни хрена не сделать. Потому что тут закрыто все. Тут лазер. Окей, можно попробовать это сделать с помощью шутихи. Ну, по пушке. А можно и так просто. Это тоже вариант. Туда я его спрятать не смогу. Здесь ничего нету, но мне его куда-то нужно деть. Сюда кину. Watch out for those sensors. They can catch your slightest twitch. So when they sweep across you, stand still. Я так и понял. Но это датчики движения, то есть даже. Даже если они на меня попадут, то мне просто нужно не двигаться. Тогда все будет в порядке. Так. Как это работает? Вот так. Через Ctrl. Я управление слегка забываю, поэтому иногда нужно заново вспоминать. Что вообще по заданию? А, цель у нас здесь. Вряд ли я смогу запугать охранника. Да и в предыдущей миссии я там не все секреты нашел. Блин, она умеет двери открывать. Если я кину сюда, да, но это не запугало. Оп. Без проблем. Кстати, еще вот этот секрет. Но мы парня запугали слишком сильно, по-моему. Так. Так, надо быстрее. Оглушили собачку. С ней будет все в порядке. Ну, вряд ли я смогу. О. Нет, тут все еще. А, тут даже лазер. Может, желательно как-то избавиться от этого лазера. И кого-то пытается найти. Так, что у нас здесь?
We've got pipes, vents. We could use these to start a fire. A big пожар устроить. Сейчас мы убьем. Избавимся от этого парня. Избавиться так, чтобы его не спалили. Можно сюда. И избавимся вот от этого парня тоже. Правда, это не считается избавлением от трупа. По-моему, даже если я его спрячу сюда. А, считается. Ну тогда можно трупа слегка вернуть сюда. Не знаю, зачем я трачу на это время. Но просто хочу получить побольше очков, чтобы хотя бы за это получить монету. Так, двигаться будет проще. А, я даже в мышь могу стрельнуть. Ну, чтобы она не шумела, в принципе. Intake is drawing in the gas. Open a few of the vents upstairs, and we'll be ready to turn this place into an inferno. Так, вообще, по-моему, это плохая идея. Сейчас бы все взорвалось вместе со мной. Так, что по карте? А, то есть тут довольно много точек, в которых нужно сделать эти вещи. Но мы без проблем можем по лифту пробраться в эти места. The gas is leaking. Now we need to spread it throughout the building. Go find the vents that lead up from the basement and open them wide. Three should do it. I heard something. But opening more will make a bigger distraction. What happened to the light? Трех хватит, но можно больше. Да, по заданию нам нужно больше. Он даже договорить не успел. Так. Тут у нас заперто. Откроем. Так, зря, наверное, я это сделал. И труп спрятать некуда. А, это как бы включить свет. Но света нету, так что не страшно. Ясно. Начинаем с контрольной точки. Контрольная точка, да, видимо, здесь. Так, я туда не могу пробраться. А, могу. Вообще могу. Мне достаточно... В смысле? The gas is leaking. Меня задело. Now we need to spread it throughout the building. Go нет, find the vents бы... that lead up from the basement and open them wide. Не реагирует на... But opening more will make a bigger distraction. Вот, да. Странно. Просто, видимо, слегка задело меня лазером. Я думал, что не заденет. Мы здесь можем забраться и попасть вот сюда. Что у нас здесь? Здесь надо успеть спрятаться в кусты. И таким образом передвигаться. Выключить пока нечем. Вот, это жестоко, кстати. Довольно трудно. Так, но лазер здесь все еще есть. Здесь. Вот, все, лазера нету. И есть клавиш, по-моему, да? А,
Для вентиляции нужно открыть, ясно. Ну, можно больше. Все, теперь ясно. Я сделал утечку, и теперь нужно ее распространить по всему зданию. Там кто-то бежит. А здесь мы можем прокачаться. Ну, я прокачаю это, потому что больше ничего интересного здесь нет. Готово. Далее. Далее. Готово. Да. А, я этого парня смутил. Главное, что он меня не видит. Странно, что это не считается скрытием. Видимо, он туда недалеко упал. А, блин. Я все-таки пропустил момент. Надо его как-то шутихой попробовать. Подманить, наверное. Видимо, он ближе не подойдет. Вот, нормально. Так, все. Это было слегка кривовато, но у меня получилось. Все в порядке. Так. Там внизу лазеры передвигаются, меня слегка напрягает. А? Что у нас здесь? Здесь у нас парень. Так, это было тупо. В смысле? Все прям сначала? Это замечательно. Это издевательство. Ладно, сейчас сделаю это получше. Как только он вылезет. Ну как, то есть, как только он повернется, я его сразу... Оп. Только фиг знает, как теперь с ним разобраться. А. Не так сложно, в принципе. Так. А. Это музыку включает, но очки не отнимает. Я его могу уже так убить, да? Ладно, убью его по-простому. Да, если они испуганы, то тревогу они не поднимают. Отлично. Так, я же не двигался в этот момент. Видимо, слегка меня успело заболеть. Ладно. Сейчас он повернется спиной. Как только он повернется, я вылезу и... Вот. А, оно все-таки работает. Я в любом случае не должен двигаться. Потому что у меня нету специального там датчика, который бы... Вот сейчас оно... Да, вот. Он должен именно на мне прям быть одет. Ну или я должен в этот момент держаться за него, чтобы двигаться вместе с ним. Это было очень тупо сейчас. Все, ладно. Сейчас быстренько
каким образом мы это сделаем. Возможно, если он сейчас сюда подойдет, то тогда будет вообще без проблем. И надеюсь, он меня не спалит. А. Надеюсь, он особо вверх не будет смотреть. Смотри вверх. Очки не отнимать. Музыка хоть и начинается, что как будто меня спалили, но только музыка. На самом деле меня не спалили. Я уж подумал, что меня спалило опять. Так, оно сохранилось? Да, сохранилось. Готово. Да. Далее, далее, далее. Окей. Все, надеюсь, сейчас будет без проблем. Опс. А, здесь он вообще вот так вот ходит, получается, влево-вправо, да? Господи. Меня напрягает управление. Ладно, тогда я сейчас сначала справлюсь с ним. Меня реально напрягает управление какое-то странное. Неправильное. Я не хочу, чтобы... меня палили, и я тратил очки на это. Более-менее спрячу тело. По-другому я, конечно, не могу спрятаться. Напрягает то, что контрольная точка только одна. И это все нужно сделать без палева. Без такого палева. Я бы не сказал, что это игра легкая. Ну, или я просто криворукий. Еще приходится ждать, пока он поймет, что тут ничего нету. Все, ждем его, потому что он должен до сюда дойти и повернуться спиной. Я прям в уголок вжался, он меня не должен видеть. О, можно и так. Даже не было музыки динамичной. Серьезно? Там нужно прям секунда в секунду сделать. Ладно. Будем пробовать еще. Поворачивайся. Я пугаю, кстати, именно потому, что это приносит дополнительное количество очков 300. Сейчас он ко мне подойдет. Ясно. Подходить он ко мне не хочет. Ладно, слегка спалил, но это вообще ничего не значит. В принципе, скидывать, ну, можно не скидывать. Не скидывать. В общем, теперь, чтобы точно меня не спалили, я сначала подойду. Кстати, я двигаюсь, но меня не палит. Что я двигаюсь на месте. Открываем. Вот. Теперь главное не ложануть здесь. Поворачивайся. Вот.
Ясно, там собака. А, мы можем здесь пройти, посмотреть. А. Хорошо, что оно не палит сразу. В принципе-то не обязательно всех трогать и пытаться убивать. О, это, кстати, можно без проблем вообще сейчас сделать. То задание, которое, которым нужно убить двоих охранников одной люстрой. Сейчас просто ждем, пока они возвращаются. И кидаем. Да. Этот парень даже не понял, что произошло. Могу ли я за... Так, нет, сюда не хочу. Могу ли я пройти за спину к нему? Нет, не могу, потому что... Прыгнуть насквозь вот это и нельзя. Я могу кинуть это. Ладно. Пофиг. Получил в два раза меньше очков, но это не так важно. Просто чаще всего получалось так, что нужно делать одно действие. Сейчас почему-то нужно было сделать и другое действие. Так. Так. Я возместил эти 200 очков тем, что сейчас трупы подгадывают. Неужели все сначала? А, нет, фух. Тут точка сохранения, это хорошо. Но, блин, теперь придется ждать, пока они пройдут обратно. Ладно, подождем. А. Хотя задание-то уже сделано. Но все равно их нужно убить таким образом. Так намного проще с ними разобраться, потому что они там вдвоем. Не получилось. И, по-моему, они сейчас палят, потому что видят труп мой. Нет? Нет, не спалят. Но зато я смогу сделать это сзади. Так даже, по-моему, прикольнее получилось. Так, не то. Вот. Этот трупик. Я не хочу подниматься. Меня это напрягает. Это, скорее всего, просто я не очень умею в управлении. Понимаю, что этого достаточно, но для меня этого еще недостаточно. Он все еще там истерит. Сейчас, да, повернулся спиной. Серьезно? Почему, когда я уже почти все сделал, мне приходится делать все заново? Я не хочу терять лишние там 800 очков. Хотя сделать все с первого раза, конечно, красиво и трудно. Теперь без проблем обоих. Получилось.
поменяли лампу. Отключил это. Вот. По-моему, я не читал, что она там сейчас говорила, но я услышал крышу, roof. Так, но тут еще три цели. А, это разжечь огонь. Каким образом? Ясно. Но контрольная точка сейчас... нет, не сохранилась она тут. Блин, в итоге видео будет на полтора часа. Не удивлюсь. Может быть, нафиг эти монеты. И сейчас еще раз сделать. И забить на три остальные. Не ошибся. Я хотел взять труп. Успокойся. Да, черт. Сейчас газ выпустим. Этого достаточно. Подозревать нужно. Нам нужно добраться до крыши. А, он не слышал. Все, я не буду его убивать. А, можно сделать вот так. Ну, точнее, я его убил. Но... вот. Тело можно скрыть и здесь. Я так понимаю, до крыши можно добраться просто... просто по лифту. Мне все-таки хочется расправиться с другими вентиляциями. Очень фигово то, что тут нету нормальных сохранений. Потому что это та игра, которая просто в любой момент ты можешь налажать. То, что тут так мало... сохранение, это фигово. No sign of target over here. Так. Хорошо. Труп мы выбросили. Хотя бы это не поднимает тревогу. Ждем.
В каких еще местах я не открыл? Здесь, в самом низу. Там еще не открыт. А, ну где-то еще. А там вообще находится крыша, я так понимаю. Так что немного другое. А мне сюда и не пробраться, наверное, да? Да, здесь лазер. Мне сюда никак не протиснуться. Но я не все вентиляции открыл. Может быть, вот сейчас здесь наверху. Здесь наверху тоже лазер был. Так что сюда мне тоже не попасть. Но здесь есть секретка. Да? А, нет, здесь проход сюда. Оп. И вентиляция. Могло меня испалить, в принципе. Так, значит, и эту как-то можно открыть. Здесь у нас был проход вниз. Вот здесь. А, здесь вообще головоломка дополнительная, который находится стишок, или как это назвать. Опять же, проблема управления. Хотел переместиться не туда, куда меня переместило. Сейчас тоже я. Вот сейчас. Вот. Теперь я направляю сюда. 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 Не, на самом деле сейчас мне бы желательно было бы спускаться вниз. Делать все то же самое, только в другом порядке. Я же должен как-то вот эту. Нет. Так, это самое начало. Я сломал. Откроем это. Не понимаю, зачем здесь лазер появляется. А, мы можем сюда переместиться. Теперь сюда. Сломать здесь. Теперь обратно сюда. Сюда. И проделать то, что мы уже делали. Я, видимо, зря вот это сделал. Вот, все, понятно.
Кстати, не так уж и сложно. Я думал, будет сложнее. Nightingales sing. From the floor they're Кстати, quarreling. Мы, по-моему, все heralds an escape. Нашли все эти фигни, которые нужны были. Да. Но при этом испугать с помощью мины я не смог. К сожалению. А как попасть в это место, я не понимаю. Там должен быть проход, в принципе. Сейчас я еще раз проверю, как это можно сделать. Спущусь в самый низ. Здесь есть место. Сейчас он повернется спиной, и он... Сейчас. Да. И отсюда можно попасть туда. Тут у нас что-то. Повернись спиной, чувак. Пожалуйста. Да. Здорово. Часть контрольной точки. Фух. Так, оно меня сохранило здесь. Это хорошо. Ну блин, раз он меня здесь сохранило, то все. Теперь я точно должен допройти все это. Иди сюда. Я все-таки его в этот раз поближе подзову. Понятно, что он не должен быть отключен. Но тебя это уже не сильно должно беспокоить. Да. Так, тут у нас проход есть. Это будет эффективнее. Спалил меня. Серьезно? Окей. Сейчас она хотя бы сохранила меня, когда я уже все сделал. Игра меня перестала троллить. Надеюсь, что когда мы вверх поднимемся, там уже будет более-менее конец. Поэтому я имею какое-то право здесь заниматься фигней. Ну как фигней, я все-таки делаю что-то. Я открываю все вентиляции. Ну, бегите сюда. О, ясно. Сломались. I'm sure there's nothing here. Hey, he's right here. Мне нужно просто мимо них пройти, да? Значит, я это сейчас сделаю, все. Главное, чтобы этого убивать побыстрее. That just went out. Ну,
Я его даже никуда кидать не буду. Все, вот сейчас. Так, и вырубаем вот этот свет. Страшно, конечно. На самом деле этот свет можно так просто выключить, да? Вам же на него пофиг? Вам на него пофиг. Отлично. Так, а теперь я... Вот, и тут сохранение. Идеально. Хорошо, что оно помечает меня желтым, когда оно меня может спалить. Так, тут тоже есть люстра. Хорошо, что он не кидает свой огонь, а то он любит пуляться огнем, ну, ракетами. Да. Так, все чисто. Все абсолютно чисто. Просто как профессионал все сделал. Так, но у меня сохранение в этом месте. То есть я сделал все классно. Я сделал все классно, но под конец все запорол сам себе. Интересно, собачки можно испугать? Не знаю насчет этого. Вот теперь меня никто не спалит. Все. Сейчас даже получше получилось. Вот теперь осталось только взломать. Так, и расправиться с вентиляцией. Все. Открыл вентиляцию. А вот теперь можно подниматься наверх. Вообще... без проблем каких-либо. С чистой совести. Ну как с чистой совести? Самое фиговое то, что я... Оп. А тут у нас тоже лазер. До удара всего одна спичка. А. Так заберемся. О, все, начал гореть. И теперь последнее. До свидания. Так, я почему-то так подумал, что сейчас придется бежать. Так, а вообще-то она бежит прям по огню, это нормально? А, не, все, нормально, я успел добежать. Но она вообще
Она прям в огне была. Была, это нормально? Это норма. Блин, собрал все миссии, все эти монеты, кроме одной. Ну ладно, 8 монет и так довольно много. 2 я уже потратил, конечно. Но, по-моему, и так норм. Так, в общем, смена курса пройдена. Тут в основном, да, только одно задание нужно было открывать. Ну, сначала самое первое — это сделать саму утечку, потом открывать вентиляцию, чтобы газ распространился. И самое последнее — кинуть в лифт трансформатор, это, по-моему, был, или что-то подобное. Вот. Я думал, что задание будет дольше, что это еще не все. Значит, разбираться с охранником будем в следующих сериях. Я надеюсь, что тебе понравилось это видео. Если это так, поставь лайк, напиши комментарий. Комментарии мне приятны. И вообще, это все в целом не только приятно мне, но и помогает развитию моего канала. И мотивирует меня записывать новое видео. Спасибо за просмотр. С тобой был Фауст. Удачи и пока.